Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта! Сегодня с большим интересом познакомимся с книгой для современных школьников, увлекающихся химией. «Смеси и соединения». Текст этой книги переведен с английского. Автор Алистер Смит. Хочу сразу сказать, что пролистав эту книгу, интерес рождается не только у школьников. Из этой книги можно узнать, из чего состоят многие привычные вещества вокруг нас, что такое вода, почему она бывает жесткой, почему шипучие напитки шипучие и многое-многое другое очень интересное. Описаны различные химические реакции и явления. Также в книге содержится информация о различных научных фактах. Здесь указаны веб-сайты, которые позволят узнать много нового и интересного по каждой теме. Богато иллюстрированное издание станет хорошим пособием по химии для детей среднего и старшего школьного возраста.